На московском коксогазовом заводе состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологии. Такие мероприятия проходят по инициативе жителей и администрации муниципалитета, и на них присутствуют сотрудники предприятия и экологи. Раньше было сложно искать какие-то общие точки соприкосновения, да, решать вопросы. То сейчас есть обратная связь с коксогазовым заводом, а это значит, что мы будем как бы добиваться дальнейших тех же природоохранных мероприятий и ответов на наши вопросы. Основной вопрос, который больше всего волнует население – периодические выбросы в атмосферу. Через своего представителя на таких встречах жители могут получить информацию от первоисточника. Мы обсуждаем это также у себя на районе. Собираемся с представителями, с жителями, вернее, собираемся, обсуждаем все интересующиеся вопросы. Я их задаю также здесь сотрудникам коксогазового завода. Также мы обсуждаем эти вопросы. У нас есть чаты, которые нас природоохраны добавили. В этот чат мы выкладываем всю информацию по измерениям. Они нам рассказывают, объясняют то, что действительно превышение это идет, и от чего это может быть превышение, от коксогазового завода или какие-то другие там сферы влияют. Фиксировать показания веществ, содержащихся в атмосфере, теперь жители могут с помощью специальных газоанализаторов, которые им выдали представители Всероссийского общества охраны природы. Работает достаточно просто, то есть здесь забирается воздух, каждые 3 секунды происходит измерение, выкладывается на шкалу. Мы через специальное приложение, у нас коллеги-активисты здесь скачали, у нас один прибор находится в Купеленке, второй находится в Красках. Соответственно, они производят замеры, выкладывают эти замеры на чат, и мы дальше анализируем, что происходит, в том числе и выявляем там источники. Со своей стороны, Москокс постоянно работает над модернизацией экологического производства. Месяц назад на предприятии ввели в работу новый газгольдер. Он позволяет регулировать давление газа в системе, а скоро появится и другое оборудование. Мы планируем ввести еще новую установку. У нас монтаж уже проводится на территории. Это установка предотвращения выбросов при наливе смолы в железнодорожные цистерны. То есть мы будем собирать, отсасывать все пары, которые у нас при этом будут производиться, и направлять их в печь на сжигание. То есть в атмосферу после этого, там температура очень высокая, практически ничего лететь не будет. Кроме того, сотрудниками завода также проводится мониторинг окружающей среды. Дмитрий Книг, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.